Февраль. Достать чернил и плакать. Писать о феврале на взрыв, пока грохочущая слякоть весною черную горит. Достать пролетку за 6 гривен, через благовест, через клик колес, перенестись туда, где ливень еще шумнее чернил и слез, где, как обугленные груши, с деревьев тысячи грачей сорвутся в лужи и обрушат сухую грусть на дно очей. Под ней проталины чернеют, и ветер криками изрыт, и чем случайней, тем вернее слагаются стихи навзрыд.